300 килограммов плова для гостей семейного фестиваля «Хицунов Курман Фэмили Фест». Благотворительный праздник организован в честь Курман-Байрам. Мероприятие проходило на территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров» города Черкесска. Организатором выступила компания «Хицунов» при поддержке Министерства туризма и Минспорта республики. Альбина Ламкова продолжит тему. Грандиозный семейный фестиваль «Хицунов Курман Фэмили Фест» подготовил для 10 тысяч гостей праздника 4 тематические зоны. Насыщенная программа радовала участников мероприятия до самого вечера. Бесплатные подарки и вкусные сюрпризы. Благотворительное событие проводится во второй раз. Карачаево-Черкесская республика является для нас особенно ценной и особенно родной и любимой. Поэтому с этого региона мы и начали развитие этих фестивалей и хотим их распространить на территории всех республик, на территории, дай бог, даже всей страны. Я сама мама двоих детей, двоих мальчишек, и прекрасно понимаю, как быстро летит время, и очень важно все эти моменты вот, в полной мере вкушать, в полной мере проживать, и поэтому мы хотим этим делиться и популяризировать это в нашем обществе, среди нашего народа. В прошлом году фестиваль получил небывалый отклик среди гостей, собрав 1000 положительных отзывов. Самой вкусной зоной стал фудкорт. На ней можно было попробовать праздничные блюда и принять участие в кулинарном мастер-классе и дегустации. Нравилось? Тебе вам понравилось? Да. Здесь все вкусно. С самого начала смотрели, как готовили плов. Для каждого возраста программа фестиваля была продумана до мелочей. От диалогов на английском языке до зон для рисования. Мне нравится, как тут рисуют, как развлекают. Тут все прикольное. Праздничное настроение, спасибо. Спортивная зона заинтересовала подростков и мужчин. Программа подготовлена в сотрудничестве с Министерством физической культуры и спорта. Спасибо бренду «Хицунов», который собрал всех, объединил. И благодаря ним мы смогли провести такое мероприятие. Красивое, значимое, яркое. В дальнейшем будем сотрудничать. Бренд «Хицунов» не просто лидирующий в регионе производитель качественной халяльной мясной продукции. Это активно развивающаяся компания с особыми ценностями и принципами. И благодаря проведенному фестивалю все его гости могли познакомиться с ними поближе и прочувствовали радость значимого праздника Курбан-Байрам. Событие подарило всем добрые и яркие воспоминания. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, «Вести», Карачаево-Черкесия.